друзья, всем большой, теплый, пламенный вот такой вот привет, привет, привет. Продолжаю делать ремонт, не записывал эти два дня видео, потому что это очень сложно далось мне. Сначала содрал же все обои, подготовил стены и начал клеить. Два дня клеил, плюс я в этом и не специалист, еще и я один. И почему-то я думал, что я это сделать не смогу. Но я сам себе твердил, держись, все получится, куда деваться. Что-то у меня камера стоит как-то непонятно. Вот. И на последнем издыхании я вчера вот вечером приклеил последнее полотно вот этих вот обоев. Господи, говорю, неужели я это сделал? Всю ночь переживал, что у меня там что-то отклеится, сдуется, видосов насмотрелся, потому что там стены надо и это, и шпаклевать, и грунтовать, там что только не надо. А я ничего не делал. Потому что я же говорю, я не специалист, я в этом ничего не понимаю. Я просто мазюкал клеем стену очень сильно и обильно. И стену, и обои, мазал это все клеем. И клеил обычные, самые дешевые бумажные обои. И вы знаете, слава богу, они на стене висят. Я покажу. Ничего у меня не отклеилось. Еще почему начал переживать? Позавчера половина комнаты, не здесь, это кухня. Там в зале начал клеить, все нормально легло. Как бы, смотрю, вроде ничего, надо идти. Но уже настолько устал, что ноги, потому что нужно подняться на табуретку, отмерить, отрезать, слезть, намазать, подняться, приклеить, вытереть полы. Ой, мама дорогая, я теперь знаю, как у людей после фитнеса болит тело. Это караул. Это очень сложно, реально. Вот, и вчера начал уже клеить вторую половину комнаты, две стены. Ну, вроде бы пошло все нормально. Самое сложное для меня было это вот где розетки, как их называют, выключатели. Но я как бы держал, тут одной рукой вот так вот держу, второй ручкой вырезаю, рисую, потом вырезаю. Делал так, как мог, так, как я это вижу, потому что, я же говорю, я делал ремонт один раз в жизни, это было лет 20 назад. Я, ну, не специалист я в этом, я вообще специалист в другой сфере, в другой области. Вот. И вчера начал клеить вторую половину комнаты, две стены, уже поклеил, все, сел, господи, говорю, неужели я это сделал? И смотрю, у меня что-то начало, там какие-то как пузырьки, что ли, не знаю. Думаю, надо потереть тряпочкой, чтобы выгнать немножко. Начали уже как бы рваться обои, потому что они обычные, бумажные. Думаю, будь что будет. Уехал туда, где я сейчас живу, к сестре. И не спал всю ночь, думал. Приду, все вздуто, все отвалено, что буду делать, куда бежать, это все переклеивать. Мама дорогая, захожу, а тут все очень даже и неплохо. Все на месте, обои, там есть пара пузырей, но я думаю, может быть, они высохнут. Окна я ничего не открывал, тут такая жарища, на улице лето, еще окна закрыты, это ад. Я вот сейчас пришел сюда, покрасил полы, сейчас уже собираюсь убегать. Вот уже переоделся, снял свою красную рабочую футболку. Сейчас собираюсь уже уходить, потому что я и устал вдобавок за эти все дни. И тут невыносимо жарко, все закупорено. Дышать это очень сложно, нечем просто-напросто. Вот. Поеду я сейчас в Валберис. Микрофон заказал, получу микрофон. Попробую записывать видос с микрофона, потому что я послушал видео. Мне кажется, слабоватый звук. Попробую микрофон напялить, может будет лучше. Сейчас я вам покажу. Что я покажу?
Стены и пол. Как получилось? Я вставлю фотки до того, как стены были, как я их ободрал. И как вот сейчас я поклеил. Друзья, всем спасибо огромное за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всегда с вами, всегда для вас, Илья. Всем пока-пока и всем спасибо. А вот так вот получилось после. Тут полы накрасил первым слоем. Буду еще одним. Обои. Чистенько, да и ладно.